Здравствуйте, друзья! С вами Серафим, и сегодня в рамках нашей рубрики «Вы должны это попробовать» я вам порекомендую одну очень замечательную аудиокнигу Сергея Лукьяненко «Черновик» и ее продолжение «Чистовик». Книга очень интересная, многие ее уже даже прочитали, она не новая. Если вы любите фантастику или просто хорошие книги с захватывающим и постоянно удивляющим сюжетом, эта книга точно для вас. Так что слушайте и читайте хорошие книги, в комментариях пишите ваши любимые книги, больше улыбайтесь и до встречи в светлом будущем.